Мы продолжаем серию наших коротких интервью. Давайте знакомиться. Давайте. Добрый день, меня зовут Семен Сазонов, я генеральный директор компании «Чистый состав». Мы производим замороженную пиццу. Это ее пример в горячем виде. Главное, что пицца абсолютно традиционная. Я вижу, что она похожа на настоящую пиццу, но я знаю, что здесь не все так просто. Да, подвох, может быть, и есть. Дело в том, что пицца приготовлена не на основе мучного пшеничного теста, да, а на основе подложки из брокколи и цветной капусты. Повестка 21 и 22 года, именно ЗОЖ, натуральная, органик. Получается, ваша пицца отвечает абсолютно всем этим критериям. Да, конечно, мы за натуральные ингредиенты и чистый состав продукта. Расскажите, сколько видов пиццы есть уже? Сейчас представлено 18 видов. Это маргарита, пепперони и острая. Соответственно, на двух видах подложек, да, брокколи и цветная капуста. И мы делим еще на три категории. То есть это для пицца для всех. А с колбасой обыкновенной, сыр там условно обыкновенный. Да, то, как мы обычно привыкли кушать. Дальше отдельное направление – это для вегетарианцев и отдельное направление для веганов. У каждого из них свои предпочтения по составу ингредиентов, по там, их разновидностям и так далее. Мы консультируемся с сообществами нутрициологов, веганов, вегетарианцев, спрашиваем, что они любят, а что не любят, особенно важно, да, и учитываем это все в разработке продукта. Скажите, вы уже представлены где-то или еще пока нет? Пока не представлены, но у нас есть потенциальные запросы, да, от Перекрестка, от Азбуки и Вкусвилл. А первым, куда мы планируем выйти, это будет интернет-магазин For Fresh. Отлично. Лишь хочется сказать, что ЗОЖ направление, веганское направление – это сейчас тренды. И эта пицца отвечает всем запросам. Во-первых, она выглядит как традиционная, она вкусная, я уже попробовал. И самое главное, получается, так как у вас пока еще нет такой широкой географии, те, кто начнут с вами работать первыми, могут забрать огромный кусок рынка людей, которые сильно любят такие продукты и ждут его. Все так. Не только огромный кусок рынка, но и замечательную пиццу. И это немаловажно. Пожелаем вам удачи и надеюсь, что все смогут скоро около дома купить этот прекрасный продукт и насладиться его вкусом. Конечно, да. Можно будет заказать в сети гипермаркетов, либо через интернет-магазин. Удачи. Спасибо.